Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу показать вам один хороший фокус. Думаю, он будет вам интересен. Так, примешиваем кого. И даем зрителю запомнить две верхние карты. Ну, в данном случае у нас зритель будет оператор. То есть, вот две верхние карты. Оператор, запоминай. Запомнил. Да. Теперь убираем эти карты по одной в колоду. Это может сделать зритель, можете сделать вы сами, без разницы. Убрали. Мешаем колоду. Можете зрителю дать помешать. Ничего от этого не изменится. Помешали. Сейчас попробуем найти карты, которые запоминали. Так, одна из тех карт, которую ты запоминал, это была вот эта карта. Нет, не она. Не она, точно прям. Точно не она. То есть я ошибся. Да, ты ошибся. Хорошо, откладываем ее пока что, пускай она у нас здесь ближе. Так. Вот эта карта была. Нет, не она. Тоже не она. Тоже не она. Уверен на 100%? Да. Хорошо, откладываем ее. Пускай здесь ближе. Ну, я просто не могу согласиться с нашим оператором, потому что я этот фокус показывал тысячу раз в жизни. Так, какие ты карты запоминал, помнишь? Да, это была шестерка пиковая и туз бубовый. Так, а у нас здесь шестерка пиковая. И туз бубей.